Студенчество – это прекрасная пора жизни каждого юноши и девушки. Именно студенческие годы – самые интересные и незабываемые. Это время наполнено романтикой, беззаботностью. Известно, что от сессии до сессии живут студенты весело. Студенческая жизнь приносит много радости. Сначала человек радуется тому, что он стал студентом. Потом – новые знакомства и друзья. Ибрагим Гудеев учится на втором курсе по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Кроме того, этот молодой человек состоит в студенческом совете политехнического колледжа, а в свободное время ремонтирует технику и пишет стихи. Студенческая жизнь для Ибрагима – это время возможностей, и он стремится не упустить их. Для меня студенческая жизнь – это не только когда ты приходишь на занятия и получаешь материал, это нужно еще параллельное участие в жизни. Студенческая жизнь – это не как ты своей обычной, понимаешь. Участвовать во всех мероприятиях, там, учителям помогать по-разному, либо я просто из-за учебы, из-за оценок, допустим, или просто получается. Там. Так и связь во всех мероприятиях участвовать. Самое интересное то, что это как бы абсолютно новое, это вообще непривычно, то есть там, допустим, не сварщик, не автомеханик, это вот, по крайней мере, для меня вообще невидимый профессия, я особо не изучал. Ну, примерно даже обычная разработка скважины, то есть, выбуривание, то есть, самый интересный материал, и достаточно непривычно бывает. Но когда ты уже начинаешь изучать, гораздо, ты уже начинаешь вникать всю суть, интересно становится. Я так, на самом деле, цели себе не стал. У меня первоначальная цель закончилась обучение и с этим начал. Для сокурсника, друга и тезки Ибрагима Богатырева, которому только 16 лет. Студенческая пора и учеба в колледже – это время, когда он может не только получить знания по будущей профессии, но и навыки по общему развитию. В свободное от учебы время Ибрагим читает фантастическую литературу и участвует в интеллектуальных играх. Да, это было правда. Это правильно, конечно. Я много участвовал, это было интересно. Чисто вот для себя участвовал, честно. Чтобы посмотреть, на что я могу сказать, готов и способен. Также мы не проигрывали, нередко выигрывали, не было не обидно. Конечно, выигрывали, были, радовались, но когда проигрывали, мы не обижались, мы не огорчались. Во-первых, это означает смотреть мир другими глазами, своими глазами полностью. Узнать новых людей, узнать новые знания, получить уроки по жизни и по каким-либо предметам. Научиться общению с другими людьми и узнать, с кем можно общаться, с кем нельзя. Я много чего узнал нового, но все перечислить буду долго, честно. Основное это то, что скважина – это очень сложный предмет, как бы сказать, это очень тяжелое построение, и оно очень, как бы сказать, многогранно. Именно бурение, оно очень многогранно. Получая в стенах вуза или среднеспециального учреждения знания, молодые люди и девушки накапливают не только навыки по будущей профессии, но и заводят знакомства, становятся более уверенными в себе, ответственными, что может им пригодиться в будущем. Студент – это, не знаю, важная, неотъемлемая часть жизни каждого человека, лучшие годы. Студентская жизнь, по моему мнению, это особое время, наполненное исключительной радостью, новыми впечатлениями. Это тот период, в котором можно познать себя, знакомства новые. Студенческое время не заключается в познании нового дисциплины, контроля, семинаров. Это время, в котором можно себя проявить также, свои способности самого себя. Нефтяник – это, да, очень интересная профессия, но в то же время очень ответственная. Нефтяник должен учитывать каждый нюанс, чтобы предотвратить какие-то там, бывают же аварии на месторождениях. И от этого зависит даже, не знаю, экология, чтобы не пострадала природа, ну и жизнь человечества. Кем бы я хотел себя видеть, не знаю, образованным, состоятельным человеком, который смог бы помочь и самому, и своему народу, и республике. Для благотворного формирования личности студента необходимо не только, чтобы они получали знания, но и чтобы развивались творчески, духовно и физически. Для этого необходимы все условия. В Политехническом колледже Республики Ингушетия они созданы. Об этом свидетельствуют кубки и медали, которые они получили на всевозможных конкурсах и фестивалях. Кроме того, здесь создан специальный музей, где ребята могут выставить свои поделки. А в День студента ребята, конечно же, желают много добрых слов друг другу и проводят весело и беззаботно. Я хочу поздравить всех студентов с их днем, пожелать им успеха в будущем, желаю, чтобы они учились и не ленились. Слушать преподавателей, учиться самое главное.
чтобы они учились, чтобы не теряли время попусту, чтобы было все хорошо, чтобы у них все получалось.